Сере. Пошел, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Это срочно поведет корону, я сейчас буду бояться супруга. Иван! Аминьяна! Так что это стало. И вручается пояс Имаму Акимбекову. Пояс турнира Колизей. Лёв, брат, лёв! Хочу для начала поблагодарить всех своих родных, тренеров, братьев, которые меня поддерживают во всем и везде. Мой брат Ризван, мой главный тренер Казимов Рамин, наш брат также, мой тренер Хурсан Джамшедов, брата Артура Одинбеков, все в моем подготовке участвовали. Это всего лишь спорт. Узбеки наши братья. У меня очень много друзей узбеков, киргизов, дагестанцев, чеченцев. И всех. Тут спорт, тут побеждает сильнейший. Не надо спорт на политику или на что-то подталкивать, братья. Не надо. Мы все братья, надо жить мирно. И вот кто сильный, вот здесь надо доказать. Так что всем ассаламу алейкум. Эту победу я посвящаю своему племяннику, который только родился. Это тебе, Синачи. Я хочу сказать, я очень сильно извиняюсь перед теми болельщиками. Мы первый раз беремся в 4 утра, если честно. Такое я первый раз беру в 4 утра. Обычно мы спим в это время, но мы сегодня в 4 утра беремся. Поэтому те болельщики, которые заплатили за свой билет, которые не увидели его бой, они приходят, 100 человек, 100 билетов взяли у меня лично, чтобы пришли за него, чтобы предоставить на его бой. Но, к сожалению, это бой в 4 утра, никто не ожидал, что будет. Они ушли. Я очень ясно понимаю их тоже, что они
деньги свои на ветер кинули, пришли, ушли, то есть смотрели столько времени. Я очень сильно перед ними извиняюсь, я обещаю им, что больше такое не повторится. А так у нас вот соперник будет с Узбекистана. У нас Баха стоит там с Узбекистана, наши братья приехали поддержать нас. Очень большое спасибо вам. Братья таджики тоже здесь наши. Вам огромное спасибо. От вас всегда горячая поддержка. У нас, я думаю, никогда не разделяем никого. Мы всегда все братья. Мы живем на одной земле. И братья Киргизов тоже здесь. Еще раз извиняюсь перед теми, кто не смог увидеть его бой сегодня. Я обещаю, больше такого не повторится.